Дели Бриндар, что в переводе с езидского означает «раненое сердце». Книгу стихов под таким названием презентовали в Ярославле. Ее автор – поэтесса Нарина Латиф. Уникальность этой книги в том, что это первое в России издание на родном для малого народа языке эздики. Это стало возможным благодаря инициативе представителей Ярославской областной общественной организации «Езиды». Тираж книги – 500 экземпляров. Они будут распространены по библиотекам и школам. Такие малочисленные народы, как езиды, которые не имеют своего государственного образования во всем мире, нам очень тяжело сохранить родной язык. И сегодня мы пока сохраняем родной язык на уровне семьи. Главная цель данной книги, на мой взгляд, это сохранение языка, ибо без языка мы никакую культуру не сможем сохранить.